Друзья, всех витаю. Друзья, стою возле картины галереи. И здесь потрясающая выставка нашего Бориса Егизаряна, нашего известного, потрясающего, замечательного художника. И мы посещали много его выставок. И несколько лет, по-моему, не было выставок. И вот сейчас Борис Егизарян уже неделю как выставляется здесь, в культовом месте, в этой картинной галерее на Терещенковской, напротив парка Тараса Шевченко. Всех приглашаю. Вот такая потрясающая афиша. И очень успешная выставка. Еще сниму ролик, еще обязательно с вами поделюсь информацией. Так что присоединяйтесь, обязательно посетите эту выставку нашего Бориса Егизаряна. Дорогой Борис, вам большой привет и низкий поклон за то, что вы делаете. Всегда с удовольствием ходим на ваши выставки, видим вас в церкви и наблюдаем в целом в жизни ваш драйв, ваш оголенный нерв и ваш потрясающий талант. Прекрасного человека, армянина, армяно-украинского художника или украино-армянского художника, творящего, вытворяющего и созидающего в городе Киеве, Украина. Слава украинскому народу, слава армянскому народу, но самое главное, слава Создателю, Асваджан, слава Отцу Небесному за то, что живы и здоровы. Будь мой арач, арачи только арачи.